Прошлой ночью мне приснился странный сон. Речь шла о прекрасном паре, который очень любил друг друга. Потом мальчик пропал, и девочка тоже. И теперь это был конец мира. Вы хотите знать, что произошло дальше? Когда он проснулся, он был благодарен, что был всего лишь сон. А потом он обнаружил, что его внутри превратился в монстр. Это было, что он видел во сне. Но не мог понять, что он увидел. Он понял, что мечта реальная, он видел будущее перекаться. Он не смог справиться с этим, и поэтому он убежал. Наконец, все становится на своем месте. Два мальчика, и здесь больше нет. Теперь пришло время начать фазу вторую. Скоро мне будет очищен от человечества. Сначала твой брат, затем твои друзья, а затем весь мир. Повинуйся мне, мальчик. У вас нет власти. Ты ничего не можешь сделать, чтобы остановить меня.